В Одесской области мужчина избил друга и оставил его умирать на обочине. Жертву обнаружил житель села Усатова. Он вызвал скорую помощь и полицию. Мужчина умер по дороге в больницу. Как выяснили правоохранители, покататься по окраинам Одессы жертве предложил его друг. Они вместе жили в хостеле. Кулаками мужчина пытался вернуть украденные 7 тысяч гривен и наручные часы, которые стоили всего 150 гривен. То, что именно убитый ограбил его, мужчина решил сам. Затриманому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України нанесення тяжких тілесних ушкоджень. В теперішній час йому обрано запобіжний захід тримання під вартою. За вчинене чоловікові загрожує позбавлення волі до 10 років. Досудове слідство триває.